Приветище! Это Бесконечный Цилиндр, и мы снова сюда вернулись. Спасибо всем тем, кто писал об этом в комментарии. Я прочитал и понял, что нужно качать эту игруху и возвращаться в этот удивительно дивный эволюционный мир. Напоминаю, что я начинаю не с самого начала, а именно с того момента, где мы закончили прохождение бетки. А это зона переброски за цилиндр. Именно здесь мы узнали, что же там, и мы узнаем еще раз. Так, но прежде чем я хочу туда перебраться, я тебе покажу последнюю эволюцию, которую я здесь подобрал вон на том странном дереве. Таком, знаешь, каком-то... как в вихревом дереве. Смотри, у меня появился перископ. Глаза могут подниматься наверх, и я все вижу вдаль. Это классная эволюция. Вот, одна из последних. Но мы наконец-то перебираемся через цилиндр и встречаемся с большим братом. Со стражем. Со стражем этого цилиндра. Я когда заходил в сохранение, да, сохранения остались в бетке, я был приятно удивлен, что мне не нужно проходить все сначала, потому что, по-моему, ничего вообще не изменилось по сравнению с беткой, по крайней мере, начало. И знаешь, что было там еще? 180 дней назад мы последний раз играли в эту игру, это получается почти полгода, это обалдеть какой срок. Ровно 180 дней понадобилось разработчикам, чтобы допилить игруху. Итак, мы перебрались через цилиндр. Мы помним, что здесь пустошь, клубни дыма и больше ничего. И сейчас мы должны встретить нашего бразера, большого брата, который с нами что-то сделает. Возможно, он нас накажет. Возможно, он нас пощадит. Вот он идет. Но мы знаем одно, что мы попадем ему в голову. А его голова... Голова, да. А его голова — это телепорт. По крайней мере, я так и надеюсь. И надеюсь, что этот телепорт не в бесконечность, а в куда-то другое измерение. Итак, все, он нас засасывает. Он нас засасывает. И где же мы очутимся? Надеюсь, тут все хорошо. Воу, 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 воу. Что это за место такое? А можно нам, ну, это... рассказать, что это за место. Мы у него в голове или что? Мы умерли? Мы в небе где-то? Все как-то хаотично тут. Ладно, пойдем. Во сне разум странного великана, голос, говоривший с трибумами, казался другим. Это не было похоже на воспоминание, больше на что-то живое. Но было множество и других голосов, затерянных в этом месте. Что-то мне страшно как-то. Я никуда не могу сойти, мне только вперед. И больше никуда. О, у меня галлюцинации. Я помню, что эти горы были моим домом. Вокруг шумел лес, над головой нависали низкие облака, в долинах текли реки, а на их берегах стояли города. Я помню лица своих детей и те песни, что мы пели, когда на небе появлялись звезды. Но я забываю, как все это называлось. Одно постепенно растворяется в другом. Мои дети становятся горами, леса становятся песнями. А когда все сольется воедино, не останется ничего. Ну, допустим. Здесь было что-то спрятано, и голос хотел, чтобы требумы это нашли. Но что? Здесь никуда не пройти, никуда не сойти. Я помню город, выстроенный в пустыне, вызов брошенный жажде. Ночью он сиял, как жемчужина, и даже звезды завидовали его яркости. Там собирались поэты и ученые со всего мира. Тамошние обсерватории изучали небо, разыскивая мудрость и красоту. Именно там мы впервые увидели новую звезду. Ой-ой-ой, снова, снова, снова. У каждого голоса была своя память, песни из забытых времен, постепенно стихающих. Но некоторые из этих воспоминаний были воспоминаниями требумов, воспоминаниями о том, что требумы когда-то умели. Быть может, предположил голос, это еще можно вернуть. Я помню, как наши башни уходили в небо, тянулись к звездам. Они были символами лучшего и худшего в нас. Можно я уже пройду? Пожалуйста.
Хватит этих голосов в моей голове. Я помню наши голоса, отдававшиеся эхом в каньонах. Мы боролись за перемены, за мир, который должен был быть нами. А потом появился цилиндр. Башни обрушились, ничего иного не осталось. Где теперь наши голоса? Где наши песни? Я слышу только одну, и она вечная. Ну что, заходим? Это какой-то телепорт, что ли? Прыгать? Не прыгать? Ой! Меня засосало. К требумам возвращалась память о былых умениях, украденных цилиндром. Какие же здесь были богатства? Голос мог о многом рассказать, но он слабел. Как бы это ни было страшно, требумы должны были дать отпор. Мы дадим. Нас банда. Где мы? Что мы? Это ты катишь цилиндр. А что сзади? А сзади ничего. Это место смерти и пустоты. Ответов здесь не найти. Голос в их воспоминаниях требовал вернуться в земли живых. А я могу тебя вернуть, да? Нет, кажется, не могу. Но я его включил, он засиял. Смотри. Опа. И что? Что это такое? Давай справку почитаем. Так, гейзеры, это мы знаем. И тут в справке вообще ничего. Ну, короче, нам сказали подойти к гейзерам, типа, и перелететь, по всей видимости. Ой, этот бразер куда-то пошел. Он немножечко сдвинул цилиндр до стелы вон той, и все. Дружище, можно я с тобой побегу? Куда ты пошел? Ну, он сейчас сокроется в клубнях этой пыли и песка. А мне туда нельзя. Потому что мне будет больно, да? Да, сразу мне жарко, там очень жарко, и у меня отнимается здоровье. Ладно, хорошо. Ищем гейзер и перебираемся обратно за цилиндр. Наше путешествие, по всей видимости, продолжится, чтобы найти воспоминания, которые украл у нас цилиндр, как нам и сказали. Так, ребят, вы там живы? Да. Три гада снова вместе. О, вода. Ну, давай воду наберем. Давайте, ребят. Ты что-то сожрал? Да, отдай мне. Он это еще и... Он прям конкретно сожрал. Он себе не в карман спрятал. Он это съел. А я хотел тоже съесть. Какие странные звуки. Во-во-во-во. Дай-ка я вот это вот возьму. Дай-ка я вот это заберу. Мое. Я хочу это съесть. Я голодненький. У меня в желудке вообще ничего нету. Я проголодался. У меня сил нет просто. О, и тут тоже еще можно съесть. Вот это сейчас съем. И через гейзер давай переберемся. Блин, но вот это не дает еды. Это смысл? Смысл-то есть. Хотя... Ну ладно, допустим. Все, надуваемся в шарамбу и летим. Летим отсюда. Надеюсь, я здесь ничего не забыл, ничего не потерял. Хотя, вероятно, тут может быть что-то спрятано. Я больше чем уверен. Просто нужно шастать в этой пустоши. Но не хочется. Мы взлетаем все выше и выше. Поскольку цилиндр передвинулся, я даже не знаю, насколько он передвинулся, поскольку мы были в голове у этого грома... Это что за птица? Я ее раньше не видел. Подожди, ты кто такая? Ты кто такая? Твою ж налево. Ты опасная или нет? Оп, нас запалили. Ты видел раньше ее? Я не видел. Опа, ребят, давайте, живите. Он схватил одного. Отпусти его. Так, все, я понял. Взлетаем, ребят. Надо валить отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой, это кто такой? Твою ж налево. Здесь очень опасно оставаться. Надо отсюда уходить. Так, я не понял, а что у меня там два трибухума? А, ну они живы. Они ждут, пока я переберусь. Все ясно. Черт. Там одного засекли. Зимний биом начинается. Ребята, все, я перебрался. Не паникуйте. Сейчас будем в безопасности. Все, я здесь. Один тут, а второй где? Ты где, брат, потерял? Засранец. А вот он, все, прибежал. И вниз укатился. Вот дурешка, а. Ну что,
И там тоже есть эта птица. У меня же была, по-моему, способность... Так, у кого шуба есть? Ребят, мне нужна шуба. Срочно. Давай посмотрим. Так, значит, карта у нас обновилась, соответственно. Понятно, что ничего не понятно. Шубы, короче, у меня, походу, нет. Сейчас прыгнем, может быть, ребята оденут ее все-таки. Чувство бесплодности всех усилий окутало Требума. Несмотря на чудесное спасение от математика, они вернулись к тому, с чего начали. К чему? К холоду? Что еще хуже, впереди их ждали холодные снежные земли тундры. Не лучшее место для Требумов, которые не готовились к жизни в холоде. Им нужно было спешить вперед, несмотря ни на что, и надеяться, что там их никто не съест. Ну, а, во-во-во-во-во, вот это вот нам нужно. Шуба. Я вообще хотел по этому биому походить, так что, как бы, я не собираюсь отсюда бежать. Чтобы справиться с ужасным холодом, Требумам нужна такая мутация, которая обогрела бы их. Ну вот, я кожу с мехом нашел, так что все пучком. Ну что, ребят, давайте мы сейчас тут пробежимся, посмотрим насчет других мутаций. Уверен, мы что-нибудь здесь найдем. Ой, какие там странные чудища бегают. Ну что, пойдем. Цветочки, поесть надо. Обязательно поесть, еды бы найти. О, грибы, наконец-то. Молитвы меня услышали. А там еще, смотри, вон это есть... Воскрешающий алтарь, по-моему, это он. Так, давай съедим. Кушаем, кушаем, кушаем. Все съедаем нафиг. Надо пополнить жизненные запасы энергии. Ой, нас запалили, все, бежим. Бежим, бежим. Ненавижу эту птицу. Где-нибудь найти бы камни и стрелять в него. В эту птицу. Грибочки какие прикольные, снежные. Че, ребят, давайте едим. Нет, 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 я в тебя сейчас могу и грибом пульнуть. Промахнулся. А, их вас тут двое? Хватит жрать, на нас тут нападает. Нате вам! Грибным супом полил, хотел сказать, но нифига. А почему у меня энергия? Я только что поел, видимо, от холода у меня быстро энергия тратится. Ладно, хорошо. Бежим к алтарю. О, камни, подожди-ка. Камни, 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 ты где? Ты что, офигел моего бразера кидать? Я в тебя сейчас камнем как пульну. Ну-ка. Блин, не попасть. Они юркие такие, эти птицы. Ну ладно, хорошо. Бегу к алтарю. Там и грибы есть. Грибы, кстати, какую-то мутацию дают. Но я уж не помню, какую. А-а-а. Форму цилиндра, что ли, принять? Вода. Они просто восполняют воду. Ну что ж, ладно. Я подошел, как сюда зайти? Войти в святилище Требумов. Ой, да. Сейчас мы будем... Это не святилище воскрешения. Здесь мы таланты прокачиваем. Способности. И пожрать, кстати, можно. Ладно, сейчас я поем. Ой, глаза вылезли из орбит. Сейчас я поем, наберусь пыльцы. Тут ее, кстати, довольно много. Я хочу вот это съесть. А, это тоже водянистое для желудка. Это не очень круто. Хорошо. Да хватит уже глаза поднимать. Кто нас там перерабатывает-то? Гом, по-моему, ты у нас перерабатывальщик. Поэтому ты собираешь камни, соответственно. Вот эти вот. Давай. Черт. Придется, знаешь, как сделать. У кого ноги-то? Вот, у тебя ноги. Колобок. Это же наш главный персонаж, Колобочек. Именно с него и началась вся эта приблуда. Ну, в смысле, история эволюции. Вон три камушки. Сейчас я вот сюда запрыгну и заберу их. Засосу своим пылесосиком. Оп. Дружище, где там перерабатывальщик? Гротмо. Вот, ты мне нужен. Гном, гом, гном. Вот это вот забирай. Специально тебе скинули. Перерабатывает и все. Знаешь что, я забыл совсем вот про этого нашего летуна. Он же, по-моему, может летать и собирать. Это же вообще офигенно. Че ж я про тебя раньше-то не вспомнил? Черт, вон тут. О, отлично. И сейчас мы, знаешь, как сделаем? Заходим, значит, в наш рюкзачок, инвентарь точнее, и все вот это вот перекидываем вот это вот, вот сюда. Все, перерабатывай, дружище. А мы продолжаем сбор. Так, так, так. Вот эти камушки тоже сейчас соберем. Ну, хотя здесь бы гном... Блин, почему гном? Гом! Я его гомом назвал. Гом и сам бы справился.
Смотри, там в щель, вон там, короче, камней столько лежит, а я их оттуда достать не могу. Как они туда попали, вообще непонятно. Ну ладно, допустим. Ну все, я собрал достаточно, в принципе. Сейчас я все это перекину. Еще сюда. Вот. Пускай перерабатывается. Сейчас еще соберу. Где-то тут валялись. Они укатились, что ли, куда-то? А, вот, ты стоишь. Дай сюда. Ну и все, давай вкачивать, значит, наши способности. Давай посмотрим. Здоровье. Здоровье. Не знаю. Не хочу пока здоровье увеличивать. Тут у нас что? Выносливость. В принципе, выносливость я бы подкачал. Необходимо 13. Сейчас давай все проверим столпы. И потом качнем то, что нам необходимо. Здесь лидерство увеличивает максимальное число требумов. Ага. Значит, вот здесь вот у нас... Что? Запасы еды. Увеличит максимальный запас перевариваемой еды. Наверное, давай улучшим, потому что у нас с этим проблемочки какие-то. Мы быстро голодаем. Есть. Здесь вода, скорее всего, да? Запасы воды. Ну, давай тоже это прокачаем. Вот так вот. И все-таки еще раз еду. По здоровью у меня как бы нет никаких претензий. У меня все хорошо. Вот с едой какие-то сложности. Ну что, мы здесь закончили? О, еще камушек. Давай-ка заберем. Можно отсюда выходить. Пойдем снова к тому ужасному миру, который нас хочет съесть. Грибочки, конечно же, надо забрать. Сейчас мы этим посытимся, насытимся там. Да дайте я выйду отсюда. Да кадец-то. Валим. Мы снова здесь. Мы снова в зиме. Сейчас я грибов наемся. Вот, отлично. Итак. Куда мы идем? Я вон там вот вижу что-то. Давай-ка подкатимся. Что это такое? Кто это? Что-то знакомое, но не могу вспомнить, что это. Главное, чтобы это не отменило другую мутацию. Надо было в справочнике посмотреть, блин. О, третий глаз. С таким глазом трибум может разыскивать любой объект, хранящийся в генетической памяти. Ну, наверное, это хорошо. А три глаза будут подниматься у меня? О, реально. Перископ для трех глаз. Ну ладно. Это здорово. Теперь я буду видеть еще лучше. Не только дальше, но еще и лучше. О, сколько еды, ребята. Давайте-ка засасывайте, кушайте, че вы. Не страдайте фигней. Все, набили животы. Ай, да, мы сыты. Просто до отвала наелись. Сейчас тут по краешку цилиндра пробежимся. Точно не по... О, пещера. Так, так, так. Сколько здесь камней-то, блин. Я еще тени переварил. Ладно, надо это все собирать. Это нам очень пригодится. Без них вообще никак в этой игре. Мне, короче, срочно нужно найти еще трибумов. Потому что у меня один переваривает камни, другой переваривает все в воду. Третий умеет летать и далеко смотрит. Соответственно, мне нужно других развивать. Эти формы я не хочу. Точнее, эти эволюции, которые у меня сейчас есть, я их не хочу терять. Вот эту вот штуку я давно хотел собрать. Что это такое? Вот. Ребят, кто пожертвует с собой? А можно просто это собрать и потом это съесть, когда у нас трибумы появятся. Так что никто не будет жертвовать. Так, Гом, почему у тебя еда? Еду давай сюда, а это тебе. Перерабатывай. Забираем. Все. Ищем трибумов. Срочно нужны трибумы. Вот это что такое? А это какая-то кокульна. Ну, ее можно съесть. О, нашел снова эту штуку. Вот она. Так, призрак отошел. Я хочу съесть вот эти вот штуки. Что это такое? Ага. А это мутация. Блин, сколько мутаций-то, а? Так, значит, мутации мне нужно переложить, чтобы я их случайно не съел. Значит, ты у нас будешь мутации таскать. Блин, хорошо, что я заметил. Я, короче, вот этому требухуму все отдаю колобку, а он же все перерабатывает в воду. Так что нам надо сделать вот так вот пока. Что? Чтобы вот это вот не перерабатывалось. Это нам очень нужно. Но на будущее. Все, продолжаем. В рюкзаке мы разобрались. Здесь у нас сияние, мы к нему близко подошли. Напоминаю, что если я перейду это сияние, то цилиндр двинется. Он снова покатится и будет давить все на своем пути. Во, смотри. Вот это очень классная штука. Это, короче, разогретый магний, я не знаю, или лава, знаешь, которая загустела уже. В общем, вот эти камни, вот я их беру,
Они нас согревают. О-о-о, смотри. Вот призрак. Он там камень как раз держит. Видишь? На, вот, вот этот камень тоже возьми. Держи, 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 держи камень. Вот тебе, пожалуйста. И он разогревает. Подожди, что-то я не понял. А этот камень не остывает. Он прям так хорошо нагрелся и не остывает. Ну, короче, фишка в том, что мы от этого камня согреваемся. Если бы у нас не было шубы, то эти камни помогали бы нам согреваться. Но поскольку шуба есть, нам уже пофиг на все это дело. Я, короче, тут подобрал мутацию, вот такую вот. По-моему, она позволяет нам уменьшить хобот, тем самым мы будем дальше стрелять. Что ж, давай съедим. По-моему, у меня на хоботе нет никаких мутаций, так что... О! Спасибо! Извлекает больше воды из пищи, которую ест трибум. Ну ладно, пускай даже так. Я думал, у меня будет хобот потоньше, буду стрелять дальше. Но так тоже пойдет, ладно. Вон у нас это сияние. К нему слишком... А это кто? Ребят, вы кто такие? Забавные такие. Дайте я засосу. Можно съесть. Сейчас мы эту мутацию тогда перекинем сюда. Я просто не знаю, что это. Написано, что это зрительный ортопод. Существо с уникальным восприятием. Мне это вообще ни о чем не рассказало, но мы, пожалуй, еще одного такого заберем. О, я вижу домик. Домик Трибухума, и там один есть. Наконец-то. Наконец-то бежим туда. Сейчас мы его попытаемся завербовать. Я помню, когда у меня банда была из 5 человек. Ему нужно, смотри. 4 вот таких вот штуки. Где-то я их видел. Они тут есть в большом количестве. Мы их сам начали... Вот они. Значит, у кого там место есть? Ребята, мне нужен... Вот я собрал. Предостаточно этого всего. И сейчас мы вытащим Трибума. Трибум, выходи из своего дома. Тебя все равно съест цилиндр. Красавчик. К семье присоединился новый член Греги. Введите имя. Давай введем ему, знаешь, как? Зумба. По-русски можно печатать, круто. Зумба. Там еще птица на нас напала. Но у меня тут другие дела. Все, зумба. Воу-воу-воу, кого-то забрали в небо. Птица, отдай, отдай, отдай. Чертова птица. Капец, ты меня допусти! Куда? Нет, только не сюда! Чертова птица! Я тебя ненавижу! А, ты меня сюда закинула? Ну ладно. Так, ребята, все догоняйте меня! Благо, мы одного трибума подобрали, и это хорошо. Это очень хорошо. Там, конечно, много чего еще интересного было, но нам надо срочно бежать вон туда. И как-то останавливать этот цилиндр бешеный. Благо, сил у меня нормально достаточно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, цилиндр-то близко, блин, нам еще катиться и катиться. Быстрее, 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 а выносливость-то кончается. Это не очень хорошо. Беги, жопастик, беги. Черт, выносливость кончилась. Ой-ой-ой, как близко-то. Светящаяся кожа. Светящаяся кожа позволяет трибуму освещать темные места, спасибо. Вот сейчас это, конечно, не очень кстати. А я близко уже к Стелле, я вот рядышком. Черт, я чувствую, как у меня попец уже припекает. Сейчас, 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 вот она, я уже слышу шум. Шум этого цилиндра, он прямо на пяточки наступает. И... Да, мы добрались. Уху. Е. Ну, кстати, он не так уж и близко был, ну хотя как. В принципе, близко. Моя жизнь была на волоске. Точнее, не моя, а 4 трибумов. Фух. Дружище, тебе по башке цилиндр дал. Так, значит, выходим отсюда. И сейчас будем пробовать мутации. У нас... О, там еще один трибум. Офигенно. Значит, мне нужно, чтобы дружище вот этот перестал хомячить и перерабатывать всю еду в воду. Нам это не нужно. Значит, Зумба, ты у нас попробуешь вот эти вот мутации и скажешь, как они тебе вообще. Зумба. Давай, значит, первое едим. Вот эту штуку. Ранее я ее не видел. Не знаю, что это такое. Главное, чтобы он не отравился и не сдох. Ого! Пирогенный хобот. Зажигает небольшой огонек на конце хобота трибума. И чё? Активировать эту мутацию. Ё-моё! Подожди. Смотри, он вокруг себя сжигает, поджигает все. И трава сгорает, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. И трава сгорает. Офигеть. Ну, это не очень хорошо. О, а тебя мы сможем сжечь? Да не ешьте его, я хотел проверить, он сгорит или нет. Офигеть, пироман.
Трибом пироман. Ну, допустим. Давай я другую штуку есть. Вот это что у нас за человечек? Что он нам даст? О! Аналитические глаза. С помощью аналитических глаз вы можете сканировать существ и добавлять их в свой справочник. Там можно найти важную информацию об их поведении и происхождении. Вон оно что. С парой новых глаз трибумы почувствовали себя, ну, если честно, то достаточно глупо. Но голос в воспоминаниях сказал, что эти глаза помогут многое узнать о встреченных существах. Голос был рад. Полезно разбираться в животных и в том, как они могут обогатить их воспоминания. Ты посмотри на глаза, я только сейчас обратил внимание, они какие-то выпуклые стали, как у хамелеона, да, но только с ресничками. Ладно, допустим. Теперь давай посмотрим последнюю, третью мутацию, что она нам даст. Мутируем. А, хобот-плевалка. Хобот, приспособленный для разбрызгивания воды на большие расстояния. Вот именно этот хобот я искал. И кому же его дать? У Колобка у нас антитоксичный хобот. А у Гома нет нифига. Так что, Гом, вот это надо тебе съесть. Давай. У тебя с хоботом нет никаких проблем. Надеюсь, ты съел, да? Есть! То, что нужно. А тебе мы возвращаем хобот Fire. Мало ли он нам пригодится еще. Все, зашибись. Все мутации у нас имеются. Единственное, я хочу разобраться, как пользоваться глазами. Давай еще в справочник залезем. По-моему, никак. Это пассивное умение. Всех, кого мы встретим, они сразу будут заноситься в книжку нашу, в справочную. И это очень хорошо. Тут же классная мутация. Ты посмотри. По-моему, у нас такая мутация уже была. Но мы ее соберем. На всякий пож... А, места нет. Ну, у кого там место было? Колобок не подойдет. Гротма, давай ты будешь. Вот это вот засоси. Этот янтарь мы... Знаешь, кому отдадим? Вот этому трибуму. Надо сперва разобраться, что ему нужно. Что хотел. Угу. Ладно, не вопрос, сейчас найдем. Где-то эти фрукты, по крайней мере. Ого, как он прикольно катится-то с хоботом огненным. Очень классно смотрится. Где-то вот на этой полянке должны быть эти грибы. По крайней мере, там их было навалом, на той стороне. Пока нас не прогнали. Тут воды дофига. Кстати, надо бы попить. Вот это вот нам нужно, вообще нужно. Так, ребята, кто у нас будет огроменным пузырем? Тело у кого? Тело вот у тебя. У зумбы тело не изменено, поэтому мы съедаем его. О, его проанализировать еще можно было. Подожди, подожди, давай анализируй. Смотри на него. Смотри и анализируй. Чё-то не хочет. Засасываем тогда, пофиг. Сейчас, вон там еще рыбки прыгают, погоди. Хочу, может, вот, рыбок анализируем. Есть. Обнаружено новое существо. Хвостопрыг. Хорошо. А мы сейчас увеличим вместилище. Давай, кушай. Сейчас мы станем жирненькими. Большущими. О, да. Теперь я могу в этого трибухума затолкать кучу всего. Вот мушку. Может, мушку тоже просканируешь? Ну все, я теперь могу ходить и сканировать всех. Мешочная муха называется это существо. Блин, вот эти вот доделки нам бы тоже не помешали. Заберем одну. Хотя не одну, а даже несколько штук. И пойдем отсканируем вон то существо. А это что я сканирую? Че это я... Обнаружено новое существо. Объединитель. Кто это такой? Давай почитаем. Объединитель. Короче, не нашел я его у себя в списке. Что странно. Пойдем тогда еще отсканим вот это вот существо. На этот раз трибум знал, что он чувствует приближающийся еще одного слуга цилиндра. Но какую форму примет злоба этого существа? Оно не заинтересовалось трибумом. Слуга цилиндра выпустил рой. Крошечные паразиты вылезли из него и прикрепились к существам. Он как-то использует их, чтобы исказить башню и превратить ее защитную силу в ловушку.
Трибумы по природе своей ненавидят паразитов, а эти были им особенно противны. Нужно избавиться от них. Но как? Вот это да. Кто бы мог подумать, что это будет еще один слуга цилиндра.